Дорогие друзья, мы находимся в городе Томоте в Алданском районе. Город Томот раскинулся на берегу реки Алдан. Это одна из могучих рек нашей республики, которая впадает в реку Матушку Лена. И вот Томот. Здесь живет очень много замечательных людей, которые любят заниматься земледелием. Земледелие, кстати, здесь зародилось не так давно, но имеет не очень такую продолжительную историю. И вот одна из тех, кто начал заниматься практически земледелием с нуля здесь и показывать пример горожанам, это наша героиня Любовь Геннадьевна Затонская. Мы у нее в гостях на ее участке. Любовь Геннадьевна, здравствуйте. Здравствуйте, Юля. Как здорово, что вы нас пригласили к себе на участок. Вы одна из пионеров, кто занялся земледелием здесь, в Томоте. Да, здесь много занимались, очень много. Но вы одна из самых активных. Какой у вас замечательный участок. Трудно заниматься в Алдане, наверное, земледелием, поскольку почва каменистая. Как вы землю вообще создавали? Где вы ее брали? Вот, если я собралась грядку делать, так, дальше продолжать, допустим, камешками обложила, и все отходы летом сюда, и зимой. А потом весною с грядки беру землю сверху и сажаю. То есть у вас получается внизу это ваши отходы, да на донышке травка, ну и биологические отходы какие-то, да, со стола, а сверху у вас уже идет небольшой слой земли. Вот такой, а где-то потом через, наверное, года два, да, или сколько? Да, через год даже. Уже через год, представляете, друзья? У вас очень интересные грядки. Впервые в жизни мы видим, я лично вижу, грядки у вас обложены камешками. Камни вы берете с Алдана, да, с берега? Нет, вон за огородом. Как весна, они вырастают все. Камни? Конечно, выходят. Они все выходят. Вот и собираем потихоньку, укладываем. А, ну, то есть у берегов происходят вот эти вот процессы, и оголяется камень, да? И, не и вообще берегу, почва вот, каменистая. Вот. Кстати, у нас под ногами камень сплошной. Да? Вот, видите? Да, вот. Да? Мы это все прекрасно видим. И где, вы все грядочки выкопали. Так. Большие камни. А где-то они сами вышли, где-то, да? Где-то сами, да, в грядках. Ну, очень интересные грядки, дорогие друзья. Посмотрите, очень красивый участок получился благодаря вот этому природному камню. Ну, давайте расскажем про посадки. Все-таки у вас климат здесь такой особенный. Да. Расскажите, пожалуйста, об этом. Ну, мы весною садим. Где-то в марте начинаем помидоры высаживать, рассаду. Потом, кстати, остальное... помидоры у вас вот там маленькая такая грядочка, где это... растут помидоры. А это монгольский карлик. Так. Он стелится. Поэтому я его посадила. Но в этом году он что-то не стелится. Почему-то. Почему-то, да? Да. Ну, с одной пачки брали. Наверняка еще... Может, ляжет еще? Да. А так вот... В конце февраля, где-то в начале марта высаживаем рассаду. А потом уже огурцы, помидоры, там не помидоры, а тыкву. Огурчики у вас растут прямо в грунте? В бочках. Прямо в грунт. А, это у вас огурцы. А тыквы вы на землю Нет, высаживаете? Нет, тоже в бочках. Кабачки, да? В бочках, вот навесные вот эти вот. Даже навесных? Да. Вот это Они да. же спускаются. Дорогие друзья, слушайте, ну первый раз я вижу... грядку навесную, представляете? Вот, Любовь Геннадьевна, оказывается, ну вот, выращивает для тыкву. Для цветов вот такие делаем. В навесном горшке. С ума сойти. Любовь Геннадьевна, ну давайте про пионы. Это многолетники. Да. Так. Ну, купили, посадить надо. Углублять их сильно не надо. Первый год, если зацвели, обрезать цвет. И пусть они после пересадки на четвертый год только дают цветы. Ой, это да. нужно дождаться, это надо быть ну, очень терпеливым. Ну, 3-4 года, да. Три-четыре года, да. Да. То есть это... А марины, корень, зато... они быстрее. А это тоже разновидность пиона? Да. Но растет на Дальнем Востоке? В основном в Благовещенске, вот я оттуда привозила. То есть можно марины корни, так называется, да? Марин корень, он дикий пион.
Нет. То есть который растет в природе. Да. Но вы да. его оккультурили. Ну да. Да. Вы практически селекционер. Вот. Нет, специалист он нарядный так и есть. Крупные, правда, но, такие. Но, друзья дорогие, начало лета, пионов мы еще пока красоту всю нет, эту... Нет, надо летом приезжать. Да, пока еще рановато любоваться. Но вы высаживаете прямо в землю да, и да. не заносите домой, не выкапываете, не где-то там в погребе. Надо все в землю здесь, только. Все в земле. Да. Прекрасно. А пионы затем как цветут, вот по продолжительности, как они украшают наш сад? Пионы насколько долго? Они где-то неделю цветут, а вот маринка ренью они один день, потом пропадают, другие начинают постепенно. Но вы вот настоящий фанат пионов. Представляете, ради того, чтобы полюбоваться неделю, да, неделю? Да, неделю. Этими цветами? Нет, неделю. Ну как? Неделю вот эти цветут. Так. А те марины коренья, они каждый день пропадают цветы, новые распускаются. Новые распускаются. Вот так что вы порекомендуете вот этот сорт попробовать садоводам-любителям? Да, можно и этот. Этот хорошо растет. А скажите, вот марин корень, насколько он капризен? Нет, и его тоже можно посадить в землю, и, да. в общем-то, он может вполне себе прижиться. Я с Благовещенска привезла. И он у вас постоянно поселился на вашей да, грядочке. Да. Замечательно. А вот эти вот цветы, что это? Это, это мальтийский крест. Так, красные это тоже многолетник? Цветы, многолетники, да. Я один кустик посадила, и вот они расплодились. То есть они растут как кустики, да? Ну, вот такие цветут? Высокие будут и красными такими цветут. Большими цветками нет, такими, нет, миленькие да? цветочки, как крестики. Вот такие. И шапочкой, да. И шапочка. Ну, название само такое. Угу. Ну, друзья, а там можно дельфиниум. Также посадить. И посмотрите, какая грядка. Мне кажется, очень грамотно вы распределили свою грядку. Вот чисто с точки зрения ландшафта, да? Угу. А, значит, у вас здесь пионы будут невысокие. Вот затем... такие. Мальтийский крест, он повыше. А и ромашки. Мальтийский крест и ромашки. Они тоже. Они почти одинаковые так. будут. И у вас все здесь будет колоситься и красиво, да, красиво да. создавать. Дельфиниум там тоже картину высокий. Лета. И дельфиниум. Ну, и там ромашки по краю. По краю mm-hmm. вот этой грядки. Но, друзья, обратите внимание, что грядка очень такая интересная, скажем так, да. Рядышком с цветами, с цветником, буквально вот прям на одной грядке практически, растет клубника-земляника. Земляника. Mm-hmm. Как вы за ней ухаживаете? Какая это земляника? Вы ее... Это я брала у знакомых в Илмахе, она крупная такая. Uh-huh. А как название они не знают. А она как черенкуется или же вы... Усами. Усиками. То есть да. она черенкуется, получается. Усами, да. да. Это очень интересно, потому что многие покупают семенами, высаживают стаканчики. Я сажала семенами. Во-первых, сорта такие то поздние, то мелкие такие, и я бросила. То есть вы советуете все-таки брать именно вот, чтобы знакомые. Да, черенковать. Да. А насколько крупные ягодки у вас? Вот такие. Ух крупные ты! А что ягоды. За сорт? Вот не знаю. Они тоже не знают. Ну, я знаю Виктория. Вот такой крупный да, какой-то. Нет, другой не знаю. Какой-то. Да, какой-то другой. Угу. Как вы ухаживаете за своей земляникой? Ну, она как только капризна? Снег растает, угу. начинает появляться чище. Угу. Эти убираем лишние мертвые так. листики. Сухие. Все это, да. И пойдут вот эти вот молодые. Молодые пойдут, я поливаю вертерой или Байкалом. Байкалом это, даже поливаете? Да, Байкалом я поливаю всё. А вы разводите всё. Байкал? Я Байкал беру с фирмы, они вот такой пузырёчек. Этот пузырёк в 3-литровую или 4-литровую банку. Ну, то есть пузырёчек, это сколько там примерно, 30 миллилитров? Небольшой такой вот пузырёчек, маленький. Так. В 3-литровую банку? Да. Туда варенье или сок какой-нибудь, мёд. Угу. Ложки 4, недельку стоит, и потом начинаем уже поливать. Угу. Как только снег сошел и земля, ну, как бы не замерзшая уже, мы поливаем все абсолютно Байкалом. И кусты, и землю, все. Угу. А потом оттуда берешь ложку столовую на ведро воды.
и поливаем все это. Это для обеззараживания, чтобы личинки, которые остались под зиму, Байкал съедает их. Вот. Вот интересный. А тот Байкал, который разведены, продают, действие не такое. Их надо подкармливать. То есть получается, вот вы посоветуете именно заказывать где-то или покупать, требовать фирма в магазинах. Арго. Фирма Арго. Вот пошла реклама. Да. Фирма Арго. То есть концентрированный должен быть Байкал. Да. Это наш Байкал. Замечательно. Эмочка, М1 она еще называется. Угу. И вот мы все это поливаем. И минуточку, вот вы вот этот Байкал покупаете, вот эти маленькие пузыречки, да, и разводите, допустим, вот у меня бочка стоит воды на участке. Сколько мне в этой бочке растворить? Не надо. Не надо. Вы в 3-литровую банку растворили, неделю постояла, туда вот эти вот компоненты положили, мёд, они подпитались, так, и все. Оттуда ложку берете на ведро воды и поливаете. Столовая всё. Ложечка. Столовая ложка на ведро воды. То есть получается это подкормка? И подкормка, и обработка. Но это не главный полив, имеется в виду. То есть нужно пролить сначала, да, обычной водичкой, да, а потом уже подкормить. Нет, не надо водичкой. Земля еще сырая, когда весной, земля еще сырая. И то вот есть мы это все в кусты начале, в самом начале, начале, да, лета. Да, еще а вот в течение, только проклевывается. Допустим, дальше. А дальше, тогда, когда нужен азот для роста. Байкал в основном для роста. Так, друзья, вот, запоминаем. Поэтому, ну и для обработки, допустим, если я навозом полила, то на следующую подкормку Байкалом, чтобы в навозе вот эти жучки всякие Байкал съел. Угу. О, логично. Вот. Так. Друзья, затяжная весна у нас в нынешнем, так сказать, сезоне в нынешнем, она внесла свои коррективы в огородное дело. И вот у нашей героини, к сожалению, вот карлик монгольский, да? Да. Вот получился карлик. Вот такой. Не ложится. Не ложится. А он должен лечь и стелиться, да? Да, да, да. Я в прошлом году собрала с одного куста 70 штук. Ого. Помидор. Ого, это именно с одного кустика. А балдани Галя высаживала сразу на землю, я в эту высаживала. Угу. А она в эту, в землю. Вот такой парничок у вас. Да. Это, видимо, холодильник бывший. Холодильник, да? Конечно. Да, конечно, все в дело, все в дело. Она 100 штук собрала. Молодец какая. Но она тоже подкармливала различные подкормки, да? Да, то я есть вы говорю всегда. В свой огород вносите подкормки поочередно. У вас навоз и Байкал. Вот это вы... с самого начала навоз и Байкал. А потом, когда начинают, вот, допустим, плоды пошли, так, цвет когда пошел, плоды. Тогда надо фосфорно-калийные удобрения, чтобы для образования плодов. Зола. Золы много, вот у нас здесь тоже зола. А золу как вы разводите? Расскажите, пожалуйста. Посыпали. Просто и все перекопали. Да. То есть никакой здесь нет, такой вот. Посыпали и перекопали. Да, сложности. Осенью тоже, когда уже соберем урожай, тоже посыпем травой под деревья, под все. А вот знаете, многие огородники золу говорят, что золу нужно. Это такой тоже довольно-таки, ну, скажем, концентрированный такой вот, получается, препарат природного, так сказать, происхождения, да? Ну, если в течение лета, то да. Да, то нужно обязательно добавлять воду, настаивать, ничего не потом делает, цедить, и потом потихоньку добавлять в каждую порцию это воды. Это когда в течение сезона. А когда так, я даже в рассаду, вот в эти горшочки, мне надо, чтобы не тянулись помидоры. То есть, смотрите, я насыпала и полила, и все. Скажите, обычно золу, ну, как бывалые огородники, говорят, что она способствует нейтрализации, да, и улучшению pH, да, состояния почвы. Да, то да, есть вот эта вот кислота, она как бы немножко прибивается золой. Закисленность, да, уходит. Закисленность. Да. Там он ревень. Так, ревень, это здорово. А он какой? Вы его покупали семенами или, нет, может быть, в лесу где-то выкопали? Его. Нет. Мы уже но оборвали. Он не дикий ревень, да? Нет. Я его даже уже, мы ели дважды. А, уже ели, да, нынче, да? То есть он у вас многолетний, он у, да, вас растет, да, да, и растет на одном местечке. А вы я как-то не даю меняете распространяться ему далеко. Семена убираю, вот уже семена убрала. Вот. А листики мы готовим. А здесь зеленый борщ.
Да, из ревеня? Да. Ой, как здорово. Крапива и зеленый борщ. А вот здесь у вас что растет? Картошка. Картошка. Угу. Друзья, обратите внимание вот на эту интересную грядку, на которой растет все на свете. Начиная от картошки и заканчивая экзотическими цветами. А это груша. Вот это дерево груша? Да. Видите, сколько цветов. Вы плоды собираете? А плоды маленькие. Ну, можно компот. Я пробовала компот делать. Так. Сварила компот и сок этот, еще что-то добавили туда. А сколько лет этому дереву? Ой, лет 7-8 точно. Так. Как вы его посадили? Где вы его взяли? Купила. Вы купили? Да, нас привозили сюда. Угу. Долго что-то она... Не понять было, что это. Или выкинуть, или это. Я говорю, я тебя выкину, если ты не хочешь цвести. Так, и, видимо, припугнули, и раз, и зацвела. Я обрезала макушку, и она пошла вот так. А сейчас уже я не достаю макушку. Дорогие друзья, слушайте, ну это просто невероятно. Обратите внимание, как наша героиня использует те вещи, которые вышли и давным-давно из употребления, но она дала этим вещам вторую жизнь, вечную жизнь. Вот это вот бочка. Раритет, машинка стиральная, и обратите внимание, машинки. Советского Союза. Здесь у нас растут кто? Тыква. Здесь тыква? Да, здесь тыква. Посмотрите, а вы здесь посадили именно три кустика тыкв. А они здесь уживутся или вы пересадите их? А почему? Много же земли. Вы они пересадите вот этот сюда пойдет, этот сюда, то этот сюда. То есть вот они убегут сюда, да, и плоды будут на земле, да? Да. Вот как. То есть еще усики не появились? Нет, еще маленькие. А тыква какая это? Сейчас посмотрим. А, у вас еще тыква есть... Васильева это нам давала. Так, тыква потом Васильевой. Тыква из Благовещенска, как Олина, это понять, сладкая. Васильевой? Ну, это здесь у нас знакомая? Жила, ну, а у нее хорошая, сладкая тыква была. А вот здесь тоже мягкая? Пионы. Да, хорошая. Да. Ну, да. А плоды какие, они большие, крупные? Когда какое лето. Да. Бывают и миленькие такие вот висят, бывают покрупнее. Но будем надеяться, что нынче они будут очень крупными. Хорошо. Здесь растет жимолость. Да. Как вы ее посадили? Это лесная жимолость. Лесная, то есть по берегам реки Алдан, да, да. Где-то у болотистых мест, да, растет очень много жимолости. Жимолость. Это она... сладкая. Сладкая. Без горчинки. Без горчинки. Так. А вон там он белая смородина. Вон висят, видите, ягодки. Это белая смородина. Белая. Да. То есть мы знаем, есть у нас красная, есть да. черная, есть еще и белая. Белая, да. А там и он прям красный. Плоды беленькие, да? Беленькие, да. Так, а чем она отличается от красной и от черной? Ну, черная она крупнее и как бы покислее, покислее. А это такая как безвкусная, что ли? Какая-то такая сладкая. Хорошо. Давайте поговорим про жимолость. Очень многие огородники интересуются, наши якутские огородники, как можно у себя на участке вырастить жимолость. Никак. Ямку вырыла, посадила и засыпала, и все. Но вы добавляли туда золу, там какие-то... Ничего не вообще добавляла. Ничего. Но... А когда принялась, тогда уже Байкалом, да, всем этим, как сначала надо, чтобы для роста. А осенью обязательно я все золой обсыпаю. Все кусты, все-все-все. Скажите, пожалуйста, вот у вас этому кустарнику сколько лет уже, и сколько он плодоносит? И каждый какие... год? Ежегодно. Да. А сколько ему уже лет? Как только приехали в 92-м, 93-м, 94-м, я уже начала все это пересаживать. То есть это очень взрослый куст? Да. И он плодоносит? Да. Приносит да. плоды? Сколько вы собираете вот с этого куста? Ну, я даже ягод. Не знаю, сколько. Ну, литр, нет, два. Больше. Ну, больше это сколько? Больше. Ведро? Нет, нет, нет. Литров 5 мы всего со всех кустов. У нас там 3 кустика. Угу. Из лесу принесла. Вон кустик. Это угу. тоже лесной. Вот этот лесной. А вот этот вот, он из семечка. Угу. То есть вы... Она крупная такая. И семечка, то есть вы где-то покупали... Нет, ели ягоду и тоже решили лесную? Посадить. Нет. Покупная. Покупная. Крупная из, попалась. Да, из крупного, да. Да. Крупный и посадили. Сорт какой-то, да. И вы его посадили. Да. И плоды там крупненькие.
там крупные, да. Угу. Крупные, сладкие, вкусные плоды. Так, хорошо, здорово. Друзья дорогие, наша героиня очень любит цветы. И вот на этом участке буквально, куда вот падает глаз, всюду цветы. Да. Это и петунии. Ну, петунии, они, вот они. А это вот лесная грядка. Лесная. Вот это что значит лесная? Лесная? Расскажите, пожалуйста. Вы так красиво это все оформили. Вы подстригали специально? Нет, да? Нет. Так. Как только вот он растет так, а потом начинает цвет выпускать, отцветает, я срезаю. Отцветает, я срезаю, чтобы куст был красивый. Угу. Что это потом... за кустик? Что это за цветок? А может быть, видели, у вас, наверное, в Якутске растет голубенькие такие цветочки. А как называется? А я не знаю как. А следующий цветок? А это сапожок. Сапожок. Да. Угу. Он такой крупный у вас. Крупный, да. А вот там желтый, мелкий, этот красный он будет такой. То есть вот это крупный. Какой-то вот особый сорт. Где вы его взяли? Вот здесь шли, увидели кустик. В лесу. Не в лесу, а вот по дороге шли и возле забора больницы увидели. Я говорю, давай выкопаем, давай. Да. Мы выкопали его, и вот уже расплодились. Здорово. А это вот в лесу букетик, если я набрала, как вытащился. Угу. Вот. А если это, с корешочками... Это нет, это лесной, как говорится, ландыш. Угу. Вот. Лесной ландыш, но это, вот кстати, он. Краснокнижное растение. Вот он. Угу. И вы его прям вот превратили в культурное растение, да? Ну лесной. Да, вот в лесу букетик набираю, где как оторвется. Если с корнем, значит, корень обрезаю, сажаю. Ясно. Ну, вот. А если вот вы как бы оборвали, все равно ведь можно как-то его, допустим, посадить. Вот говорят, в мох. Нет, корешок вот. В корешок или в таблеточку. Взяла. Не, вот сюда посадила, да и все. Угу. Ну, слушайте, у вас, видимо, земля какая-то такая волшебная. То да есть, не что знаю, вы не нормальная. Посадите, у вас все цветет и все растет. Друзья, обратите внимание еще раз. Вот здесь вот разбит, так сказать, немножечко парничок для помидоров. Угу. В холодильниках. Посмотрите, холодильная зона. Не выбрасывайте, пожалуйста, холодильники свои, которые вышли из строя. Их можно использовать как грядки. Да. Здорово. Они теплые, да? Они теплее, чем... Чем обычные деревянные, да? Ну и тем более каменные, да? Пробили дырки там. Так. Дырки пробили мы. То есть получается, что у вас полив идет очень хорошо. Да. А, кстати, вы занимаетесь мульчированием, чтобы, ну, допустим, влагу как-то сохранить? Или как-то... Нет, влаги хватает у нас. Или, дорогие друзья, вот, посмотрите, это, видимо, была машинка. Да. Да. Стиральная. И вот одна из деталей этой машинки теперь гордо именуется навесной грядкой. А вот еще посмотрите. Здесь огурчики. Ну, еще не посадила, правда. Угу. Это лампа. Люстра. Да. Винтажная люстра, которая превратилась тоже в грядку. Да. Ой, какая вы затейница. Это тоже лесная грядка. Угу. Это ветреница. Ветреница. Анемона. Ой, сколько у вас цветов, с ума сойти. Да вот ветер был и повалило все. А здесь у вас прям царство цветов. Это... это геранька. Герань. Скажи, пожалуйста, вот эти вот каменные, представляете, вот они просто, даже они не зацементированы нет. да? То есть просто они укладываю. Как-то вот уложены. Угу. А они дают какую-то, ну, скажем так... Ну, прохладу, что ли, или как холод вот этим грядкам? Да нет, она наоборот нагревается, когда солнышко, как на они солнышке, нагреваются. А да. Уже ночью они отдают тепло, эти камни. То есть на вот здесь... столе присутствует крыжовник, груша. Не, груша мы просто как... Жимолость. Жимолость, да. Угу. Облепиха, калина. Облепиха, калина. Это все с вашего садового участка. Да. А здесь примула. Дикая. Как-то у меня там появился цветочек и оторвался. Я его взяла, воткнула. Он принялся здесь и вот расплодился. Еще давайте вот я обратила внимание вот на ваши, так сказать, еще одни
интересные грядочки. Здесь у вас посажены помидоры, я гляжу, угу, да? Угу. Это какой сорт? Это уже не монгольский карлик, это другой какой-то. Нет, сорт, это да? Другой. Северный. Северный. У вас все подписано, как угу. Здорово. Чудо света желтые. Чудо света. Угу. Ну, сколько у вас земли здесь? Вот прям покажите, сколько чего? Полностью. Полностью? Вначале, как только беру, угу. засыпаю этой листвой осенью. Так, 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 так. Вот так засыпаю, топтала, и угу. вот так земли. Так. И каждый год она, угу. вот сейчас вот так земли. А Байкалом, наверное, обработали еще? Обязательно, все Байкалом. Ну что, дорогие друзья, слушайте, это такое восхищение вызывает огород Любовь Геннадьевны. Поблагодарим нашу гостеприимную хозяйку за экскурсию, очень познавательную, классную. И, дорогие друзья, кто будут в Томоте, заходите. Пожалуйста. Да, и можете, ну, я не знаю, просто полюбоваться и, может быть, задать свои вопросы нашей героине по тому, как выращивать огород, разбивать сад прямо на камнях. Это невероятно. Mm-hmm.